Квартиры дорожают. В этом году зарегистрирован новый скачок цен на жилье как в Шымкенте, так и в Казахстане. В департаменте статистики отмечают, за 5 месяцев стоимость вторичного жилья в городе возросла почти на 2,5%. Цены на рынке жилья по городу Шымкент наблюдается повышение цен. С начала 2014 года цены перепродажи благоустроенного жилья увеличились на 2,4% и составили 127 878 тенге за 1 квадратный метр. Квадратный метр на вторичном рынке в целом по Казахстану стоит почти в 2 раза больше, чем в Шымкенте – 235 193 тенге. Это 1552 доллара. А вот для казахстанцев, желающих приобрести новое жилье, наступил благоприятный момент. Стоимость новостройки по стране подешевела на 2% и составила 1831 доллар за квадратный метр. Но в Шымкенте купить новую квартиру удастся не всем. С начала года цены на нее выросли почти на 16%. Один квадратный метр шымкентской новостройки обойдется в 210 712 тенге, это 1390 долларов. Большого оживления рынка недвижимости его нет. Его нет вообще с начала года. Несмотря на то, что квартиры в Шымкенте дорожают, покупать их за высокие цены некому, говорят риэлторы. Продается очень сложно и продается все по реальным ценам. Газета – это одно, продажи – это другое. То есть в любом случае люди просят уступки, люди уступают, кто продает, кому нужно продать. А кому не нужно продавать, они держат эти цены. Самые дорогие части города – это район мегацентра и улица Кунаева. Горожане чаще покупают одна- и двухкомнатные квартиры. Если в прошлом году рост покупателей говорил о том, что горожане стали жить на широкую ногу, то в этом году приоритеты у шымкентцев совсем другие. Очень дорогая жизнь сейчас, на данный момент. И у меня такое вообще ощущение, что люди работают только на базар. Динара Бекбалаева, Мирбек Тулебаев, Талгат Примкулов, информационная служба телекомпании «Отрар».